Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Кости с ником Костяк 325 вместе. Вот так вот кидайте заявочки, вступайте, первые, вторые, третьи места. Просили пока не распускать форты 20.00, 21.00. Вот так вот. Не знаю, распускаются, не распускаются. Посмотрим. Так, у нас такой вот коллекционер, он что-то тут уже даже выбил. Понятно. 54 тысячи самоцветов. Сейчас посмотрим, накопленные. Да, накопленные. Значит, у нас надо нормально героя выбить. Так, ну, что тут у нас такого интересного есть? Тесаком. Короче, все как обычно, блин. Один и тот же роллинг. Сегодня одни и те же герои. Поехали. Потом посмотрим его алтарь. Так, медуза. Это начало плохо падать под конец. Я даже не знаю почему. Или это рандомчик такой, либо действительно как там 6-7 вечера падало получше. Но пока добрался до всех. Надо говорить, чтобы на выходные коллекционеры приносили. Такс, Афинка. Ну, Афина это хорошо. Афина Рину. Такое. Относительно неплохо. Хранитель. Асура тоже неплохо. Дед Мороз. Красный нос. Рыцарь. Поехали, посмотрим, что там у нас. Половина есть. Да, половина уже собрана. Ну, как-то по героям, я вам скажу, нехти. Да, и слизни падают. Добрый вечер, Валентина. Так, 10 слизней есть, осталось 5. 22к на 5 слизней, ребят. На 4, на 3. 18 на 3, ребят. Сейчас опять за шаманем. Ара. Блин, где лазуликсы? Королева Гарпи, Ирину. Что за фигня? Два слизня. Тесочка. Ара. Отлично. Триантик. Сейчас до ролем уже и пойдем. Уже немножко подустал с вашими роллингами. Все. Отлично. Поздравляю. Собрали мы тебе восьмую ппшечку. Но с героями я даже не знаю. Профессор Рибет, Укрот. Вы посмотрите, после того, как выбиваешь, сразу же слизни начинают сыпаться. Да. Вот так вот. Печалька. Печалька, ну, самое главное, что мы собрали ему 20 осколков от ледяного. Не выбили его, но хотя бы 20 осколков собрали. Ну, конечно же, фактик. Фактик плюс рвение. Так, окей. Смотрим, что тут у нас интересного получилось. Ой, немножко не туда зашел. Итого. Заклинательница. Так, заклинательница не помню. Тесса однозначно была. Мальчик команды. Рибит, Асура, ну, уже неплохо, три героя недостающих у него есть. Я точно перепроверю. Да. Неплохо. Нахрена я Фрейю открыл? Я какой-то нуб уже, все, пора заканчивать с роллингами. Пооткрывал, а что пооткрывал? Такс. Ну ничего, если что, на повторку сольет. Он не увидит. А, так. Это там у нас по героям. Ну почти имбовую Фрея. Ну такое. Тесса.
Саремка, либо Жива, вообще идеальный вариант. Асурик. Ну, в общем, вот как-то так. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Я уже побежал дальше, еще пару человечков, и будем... Сейчас, не, это еще не все, ребят, подождите, стоп. О, вот оно что, вот теперь я тебя поздравляю. У тебя появился еще один недостающий герой. Мы сейчас пойдем смотреть все-таки твой алтарь весь. Не зря мы остановились. Так, смотрим. Ронька, ну, блин, круто. Вот это именно оно. Роня, Асура. А никуда открыть. Ладно, кого-то потом сольет, откроет. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.